привет всем! Ну что, Винни-Пухик тут подвез контента. Короче, я притворился Винни-Пухиком, он сейчас со мной рядом сидит, ну вот, все контролирует, данные он не передавал, сам залогинился. А что мы делаем сегодня? А, ну да, точно. Короче, с Ваней у нас две каточки. Первая катка — штурмовики, вторая катка — снайперы. Кто больше настреливает, тот забирает 1000 рублей. Моя задача на эту катку — настрелять больше, чем Винни-Пухик. Собственно, Винни у нас сегодня спонсор нашего настроения. Ну а спонсором вашего хорошего старта для игры может стать подгон от админа. Переходите по ссылке в описании, забирайте себе комплект снаряжения и пушек на все классы. Между прочим, неплохие пушечки. Новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. Если вы вдруг бросали Warface, там, допустим, не заходили больше месяца, то можете забрать себе все то же самое. Так что пользуйтесь. Ну а мы поехали. Поехали, дорогие друзья. Понимаешь, там неделю не играл, руки холодные, там очень голова болит. Только проснулся. Сейчас отмазки пойдут. Подождите, как только меня начнут уничтожать. Ну я постараюсь сейчас побахать нормально мужиков. В крайнем случае не получится, наверное. Попробовать можно, поехали. Тем более у меня есть шприц. И я буду бегать в снаряге профи, так же как и авики в быстром сете. Так, один есть. Пленту явно. Кто-то есть. Так, Ваня тоже одного бахнул. А ну, потормози. Вот колдун, ебать, а. Так, второй есть. Все, мужики, оставьте мне его. Понял, ладно. Не оставляют. Ага. А вы знаете, я начал ощущать пранк. Я знаю, как двигается Винни-Пух. Это не он, блядь. Что сейчас сделать? У меня маникюр. Нифига себе. Красивенький маникюрчик какой. Блять, слева в упоре. Да, и за ищем еще. А я за ищем-то не знал, что есть человек вообще. Ну ладно. Пока что я веду на один фраг всего. Отрыв неуверенный, но тем не менее, какой-то есть. Пранк от Винни-Пуха, да. Это, видимо, какой-то лютый пранк. Интересно, от кого? Ты сам прекрасно знаешь, кто. Финис есть. Один минус. Блять. Один наверху двойки мне дал не ваншот через стекло, прикиньте. Обидно. Бля. Бля, штурмом на алмазе, это вообще суицид играть. Просто ужас. Счет 2-1, сейчас мы в защите. Что делать в защите за штурмовика, пока что даже примерно не представляю. Наверное, пойду на двойку. За штурма, я никогда в жизни за штурма не играю. Тем более на такой высокой лиге. Я не думал, что там еще и медик выскочит. Но радует, что увидим всего на один фраг больше. А с упор есть. Ну не дайте ему сделать. Потапните так же, как и меня, пожалуйста. Ты кто, воин? Ты кто воин вообще? Я его даже вообще не увидел. Он просто сделал подкат, и у меня под пушкой прокатился. По-братски, почему? Это что за поддавки? Это несправедливо. Ебаный в рот, так нечестно. Тем не менее, 6 фражиков есть. Надо забирать эту катку. Так, у меня под посадкой вроде сел. Да? Не попал в голову! Чуть-чуть не попал. Я ничего не понимаю. Ура, я дал килл, спасибо. А у него уже 9, ну. Я морально убит. Так, я веду на 5 фрагов, окей. Окей, let's go. Так, надо еще раз попробовать то же самое занять. По идее, это должно сработать. Дело за малым. А никого нет. Я человек простой. Тактикант, как говорится. Да! Куда мои патроны летели? Вот сколько я в него пуль попал? Ну, типа, я тречил прям за ним. Сколько пуль вылетело? Попала всего одна, зарегалась. Понимаете? То есть не я косой. Игра говна. Вот тут верю, вот тут плюс. Верю, уже верю, да, поверил. Там столько патронов вылетело, что он должен, он был обязан сдохнуть. Но нет. Там Ваня что-то соляного пошел делать. Это что такое? Блять, ну зачем ты решил простреливать-то это? Ему, кстати, палец давали, потому что он не мог бы так быстро мину успеть поставить. Хорош. Выиграл, малорик. Так, надо что-то интересное придумать. Как же мне переиграть его? Я тоже не играл уже, наверное, ну, прям активно, плотненько. Уже, наверное, месяц я не играю. У меня сейчас там
делишки есть, типа мотоцикл, в деревню катаюсь, погулять хочется, на пляж, там вот это вот все. Отмазки пошли, да. В теории можно как-нибудь спокойно на расслабончике сделать еще 4 фрага, например, пикнуть подвал и умереть от авика. Что? Это не, это Иисус какой-то там играет. Это просто батя какой-то, реально. Отлично. Винни убили. Ой-ой, плохо. Но одновременно очень хорошо. Ой-ой, найс. Блять, ну... Серьезно. Ух ты. Ну, слушайте, он сейчас по фражикам сравняет. Если я сейчас так же и перестану вообще набивать фраги. Мужичок. Блять, у него не прокачанные пистолетики. А мог бы сейчас забирать. Ну, если бы мне спешил стрелять, на самом деле, забрал бы. Кардинально другое. Пойдем, медик, сюда. Медик, пойдем. Отлично. Вот хорошего карася поймал. Ваня, еще где-то фраг нашел. Алло! У меня есть план. Я бы убил, убил, убил. Отлично. Бля. 10-10. Ваня, тормози! По фрагам. У него тоже 10 фрагов. Эй, а ну блин. 10-10 по фрагам, надо забирать. Должно быть за мной все это. Я так, вот такое это задел держал. Уверенный, блин, в 5 фрагов. И он хоп-хоп-хоп и нагнал меня, потому что меня нефт контрить начал. Так. Блядь, сколько? Где нефта хлопнули? Просто! Просто собрал урожайчик! Опа! Опа! Баночки, баночки в действии! Оп! Вот они, оп! Я всех накоцал, меня убили, но он вовремя спрыгнул. Хорош. Отрыв 3 фрага. Ну, неплохо. Небольшой отрыв, конечно, потому что снайпер у меня может игра не пойти, и все. И... Но, тем не менее, отрыв есть. Вот, и сейчас мы, получается, должны на бартах сыграть. Эх, тяжеловато будет, конечно, но... Попытка не пытка. Поехали. О, карта фабрика. Блин, я здесь авиком не особо люблю играть. Да это мне, в принципе, не моя любимая карта. Ну ладно. Ну ладно. А я? Оп. Есть один. Есть второй. Пока что я сделал все правильно. Понял. Из-под респы. Ну, в гараже, по идее. Мимо. Как можно было это промахнуться? Ну да, я не в форме. Есть? Я вообще не в форме, забейте. Ах ты! Что ж вешает? Боже, как мы сейчас слили, это просто пиздец. Он такие шары сейчас две дал. Я даже ЛКМ нажать не успел, мне в голову зашла пуля. Балдеж. Ладно, надо просто брать и играть агрессивно. Делов-то. Вот так вот. Так, где еще? Найс. Хорошо, идем. Давайте. Давайте, мужички, не расслабляемся. Один фраг. Отлично, успешно. Ого, нихрена, этого я не ждал. Бля, ну Винни, конечно, свой скилл прокачал жестко, да. Наверное, всю ночь сидел в мясорубке играл. Лютый тип, на самом деле. Я с таким, блядь, не потяну воевать. Бойся, человек, кто бит, да. Через колонны играет. Пошло стратегическое мышление. Откуда? Откуда этот выстрел был? Что? Это звук Барта у меня в упоре был. Это что это было сейчас? Так, все, приехали. Здравствуй, Шиза. Охуеть. Бля, не попал. Пишу же информацию, что мусор еще. Вообще пофиг. Полностью игнорирование происходит. Между ног. Не, я говорю, это какое-то невезение лютейшее. Где он? Это он так быстро убежал? Ваня настреливает. Алло, Иван? Он тут за двойными стоит. Нет? Прикольно.
мина. Давай, штурмовик, давай. Давай ты убей его. Хорош. Давай, 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 ребята, не расслабляемся. Две из двух выигрываем, и будет все хорошо. Ваня набил уже 4 фрага. Угу. Угу. Начинает набирать обороты. Окей. Первый этаж надо пикнуть. Ух ты, бля! Вот это было жестко. Вот как? Куда я мог попасть, блядь, если не в человека? Первый этаж. Он до этого летал просто и умирал, а сейчас он играет по уму. Бля, какой я тугодум. Ух! Иван? Да. Хорош. Смотрю место и просто не стреляю. Не, ну Винсент мощный мужик. У них авика связка прям хорошая. Блять, лупара. Нельзя пистолеты использовать. Ваня, братулечек. Я тоже не играл столько же примерно, сколько и ты. Почему у тебя так все плохо, мужичок? Но! У нас мужик просто с этого, с хангруппчика наяривает. Выйди! Блять. Вот, кстати, как залезть наверх. Туториал, блять. Не так. Вот так. Ну, он такое читает. Понимаете, он... Так, отлично. Инш остался под трубой где-то. Найс. Отлично. Главное не отдавать вот эти вот свое преимущество в 5 фрагов. Блять, что делать? Что делать, чтобы выиграть жесткого типа? Сейчас, возможно, наверх залезет, и я приму. Стой тут. Есть. Бля, мина, серьезно? Ах ты, блять, у меня за зелом! Нихуя не получается вообще. А этот где? А ты что тут делаешь вообще? Мы же только что все вроде на двойке были. Кто на вине сейчас, не знаю. Ну да. Жозенько. Инженера я не ожидал в упоре тут увидеть. Какого хрена инженер сидел, мышел до Талова? Там Ваня ему пытался на голову запрыгнуть, а инженер сидит. Слушай, мне два имени, что у тебя на цене. Реально надо почаще играть в Warface. На нахуй. Отступаем. Там Ваня урожай собирает мой! Сука! Это мои фраги! Попал! Так. Блять! Блять, какой он лох! И тут у него шансов прям очень мало. Ну, откровенно говоря. Ну, шанс того, что он выиграет, конечно, крайне мал. Да. Максимально мал. Ну ладно. Но зато это победа, получается. Победа, победа вместо обеда. Спасибо за игру, Вань. Я ботик, что сказать. Я на самом деле тоже играю очень мало. Ну, типа ты это знаешь. Меньше тебя, наверное, даже. Вы могли убрать одного столпа, хотя. Ну я настреливал. Этот нуб? Нет. Чё поделать? Надо подстрекать Ванька. Почти победил. Не хватило-то каких-то жалких 40 фрагов.